Привет всем и добро пожаловать на канал Just Tomsic. Подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, если вдруг вам понравится. А еще не забудьте про лайк. Приятного просмотра. И привет всем, друзья, меня зовут Томас, и сегодня мы поиграем с вами в СОС. Это такая игрушка, где, если кто не знает, давайте я расскажу. Здесь нужно выживать. 16 человек бросают на огромный остров. Есть 4 реликвии. По карте они разбросаны вот по вот этим вот красным точкам. Чё такое? Тихо, тихо. По карте они разбросаны по красным точкам. И только 3 места в вертолете. То есть 4 реликвии. И кто успеет, те трое, кто успеет сесть на вертолет, те и выберутся, короче. Вот. В эту игру я очень много играл на стримах, там все дела, я знаю, как в нее играть, я знаю, что тут делать, но в первую очередь эта игрушка про взаимодействие с другими людьми. What did you say? I'm from the motherland, Russia. Ну иди в задницу тогда. Ебать, поехали нахуй. Чёрт, это русские! Эй, слышь, сюда иди. Я где-то здесь, мы где-то рядом. Помоги мне. За мной бегает ублюдок. Мочи его. What's up, bro? Hi. Hello. Yo. Team, bro, team. Погнали в команду. Эй, you motherfucker! Сволота хренова! Напала на друга моего! Пойдем за ней! Пойдем быстрее, беги! Сволота, блин! Ща получишь, ёпта! Куда убегаешь? Stop the fucking! We're gonna kill you! О, попал папа ей. Suck my dick! Suck it! Как мы его унизили, да? Подожди, ты же со мной на русском говорил. Или нет? Да или нет? Серьезно? Ну хорошо. Видимо, он не хочет разговаривать. Окей. Окей, все, мы копернулись с каким-то типом. И теперь что нам нужно? Теперь нам нужно, в общем, видимо, с другими какими-то чуваками копернуться, либо найти оружие. А, надо зажимать на Q. Надо на C зажимать, на C. А, на C. Да, это Q, это радио. C это, ну, с тем, кто близко разговаривать. Клево, да, мы ее унизили? Ты играл вообще в эту игру хоть раз? Нет. Охренеть. Здесь куча ублюдков. И никому нельзя доверять. Это игра с социальной составляющей. Что означает, что ты вот должен... именно поэтому нам надо держаться вместе. Да, что означает, что... ты должен взаимодействовать с другими, но ты не знаешь, кому можно доверять, а кому нельзя. Вон, смотри, там я двое. Согласен. Hey, guys! Hello! Guys. Будь готов их убить. Hi, we're friends. Эй, stop right there, stop. Это мой ручной китаец, нормально. А, ты тоже русский, блин. Это твой ручной китаец? Да. Если что, короче, вот, мы втроем, давай его убьем просто и все, и сами выживем, если что. Окей? Окей. Эй, China number one, China number one. No China, China number six. А, why six? Окей, он играл, подожди, сейчас. Where are you from? Croatia. А почему это ручной китаец, если он из Хорватии? Как ты? Это не важно. Follow me. Как тебя зовут? Меня зовут Томас. Как тебя зовут? Моё имя Миша. Ладно, пойдем, чуваки. Подожди, а чё если он знает значение слова «убить»? Блин. Давай. Скажи «ёбнуть», он не догадается. Ладно. Если не выиграем, поржём от души.
Hey, Croatian man, you are an lucky guy, because there's a true lucky. I said lucky, because there's a three Russian guys, and yes, we're crazy. Just want you to know. Don't be afraid of other guys. Просто, блин, это же надо было первую игру в СОС на запись видео попасть с какими-то русскими чуваками. Не, а нету. Охренеть теперь, блин. Да, охренеть, да. Где ты его надыбал, блин? Да просто встретил, хотел его жахнуть, тот такой милый. О, отмычка, чуваки, нормально. Ай. Ой, прости. Бля! Тихо. Если чё, короче, просто в угол забивайся и блок нажимай. Окей? Потому что да. Нас тут дохрена и мы... Молись и кайся, грешник. Да. Так, ну чё, может, пойдем потихоньку за артефактом? Или будем поджидать других и убивать? Надо ворону найти, потом можно хоть все артефакты забирать. Бля. Ну вообще, да, давай. Потому что когда мы... Заберем артефакт, надо будет уже вызывать реликты. О, этот. Вертолет. Вертолет, да, спасибо. Отбивать вертолет. Угу. Очень проблематично. Мне нужны грибы, знаешь? Это плохо. У меня есть парочка, пойдем машины найдем. А вот я знаю, где тачка, вот здесь, я к ней шел. Подожди, а тачки тут не рандомно рисуются? Нет? В одних и тех же? Ты играешь каток 5, и ты уже всю карту изучил. Ну блин, я уже сыграл уже 16 часов, но так и не изучил. Значит, мало бегал. Не, слушай, я просто дурной, походу. Раз 8 я вот здесь вот тачку находил. Ну, вообще мне тоже казалось, что рандом, честно. Поэтому, видишь, как ты сказал, я не был уверен. Где пацаны? Мы можем его допиздить, пацаны, у него мало хп. Да не надо, пусть он с нами бегает. Срочно. Чё ты говоришь? Говорю, мне в Марио сыграть надо, грибы нужны. У меня есть грибы, пойдем. А, в общем, у нас 5 грибов, и только ты один заражен у нас. Поэтому все круто. Убить по жизни. Двое. Я внизу. А, ты внизу? Прям под вами. Как двое заражены? Почему? Я тоже. А, да ну, блин. Чуваки, ваша мать... А, вон они вы. Ом-ням-ням. Держи. Больше, на еще. Больше грибов. Давай. Давай. Да. Еще. Давай. Надо как-нибудь в Discord или еще где-нибудь сконнектиться. А, нет, пацаны, только не это. Бежим быстрее, пока он затупил. Да не надо, давай подождем. Он поможет нам. Давайте не бросать. Это же ручной китаец. Где вы, блин, еще видите? Ручной китаец из Хорватии. Он чех. Угу. Какая в жопу разница? Он хорват. Ну, если в жопу, то да. То можно. Really, nigga? Обалдеть, я говорю, блин, это так прикольно, когда ты встречаешь тут чуваков и просто с ними угораешь. Эта игра не для того, чтобы побеждать здесь, эта игра для того, чтобы просто получать удовольствие. Удовольствие! И это, блин, вообще охрененно! Просто. Только я, правда, не знаю, что мы тут с ними сейчас будем делать, там вон вертолет кто-то вызвал. Вот это было не круто. Осторожно, этот топор, который у тебя, он по радиусу бьет. Против босса его не используй, главное. Так, я вроде не заражен. Вроде бы. Черных линий нету. Ой. Это мы куда сейчас идем? Это в данжик. Воу. Блин, с этой стороны я никогда не был. Опа, здесь уже были кто-то. Опа, someone was here. Yes, опа.
Опа, someone was here. Let's go back. Назад, чуваки, там. Ладно, придется возвращаться к другому. Hey, bruh. Let's get out of here. Do you know what does it mean? Блин, зачем? Не надо благ. Твою мамку. Сзади. I fuck your mother. Great. Close. Go ahead. Так, мы сейчас идем в Tranquility Temple, да, правильно? Да, вот в этот дворец за артефактом. Короче, если что, орем за Фомазараша и идем в Алисе, что движется. Мазараша точно все боятся иностранцев. Поверю на слово. Они, походу, уже мочат, да? Пожалуйста. А где хорват? Ух ты, нихрена себе. Серьезно? Уже релик забрали. Так, смотрите, идея такая. Угу. Если вот здесь вот сейчас находится... Здесь были гребаные патроны. Блин, нам нужно срочно найти отмычку. Собрать пистолеты, медички и прочее. Ну, я думаю, мы уже не успеем. Еще успеем. Осторожно, выйдите. Чтобы он в той стороне. Подожди, а как насчет привести босса на точку высадки? Зачем? Ну не знаю, чтобы там все месились, чтобы они сагрились на кого-то другого, ну, пока мы будем убивать тех чуваков. Это гнусная тактика, но рабочая. Слушай, ну так-то выбора у нас не остается, давайте попробуем. Давай, подожди, выбить надо. Ач, двери выбить, я выбью. Выбивайте, я отпускаю. Не бейте его сильно. Просто блокируйте. Все, вот здесь выход свободен. Вот здесь. Вот здесь, пацаны. Не бей его. Бежим. Блин, патроны, сейчас я возьму пока. Забирайте. Держи блок, мужик. Уходим. За мной. За таким негритосом военным. Негритосом военным, бежим. Все, бежим. А куда его вести тогда? Да вот сюда вот прыгай, просто прыгайте, пацаны. Прыгаем. Подожди, он прыгнет за нами? Бля, серьезно? Блин. О, он бежит, смотри. Пацаны, он здесь. Прыгай ты, у... Все, он прыгнул, бежим. Окей. Бежим на красный дым. Давай он тебя окружит. Красный дым, а где, как лучше бежать? Давай. Сюда, нет, наверх. Как лучше, поверху? Да. Давай. Этот придурок опять завис. Блин. Ой-ой-ой, осторожно. Нашел еще грибы? Нормально, я блокируюсь. Так я побежали по дороге около гор сейчас найдешь грибы. Около скал. Осторожно прыгает. Если ору прыгает, все дружно оборачиваются и блокируют. Что... Угу. Понял. Так, у нас осталось 5 минут. За это время... Вот гриб, иди сюда. Уже кого-то эвакуируют. Вот еще гриб. И вот тут вот еще один гриб. Воу, что-то он пати из 5 человек собрал, этот хорват. Ай, бля. Вниз? Давай. Бля, я заражен, пацаны. Теперь мне тоже нужен гриб. Сюда его веди. Все, он бежит, бежим. Скоро мне тоже нужен будет гриб. Так, первую поднимают.
Блин, что делать? Ну, выбора нет, бежим. Может, хоть кого-нибудь с собой заберем. Черт. Блин, мне тоже гриб нужен, пацаны. А где этот пес? Кто? Бля, он что, там остался? Сейчас бегу. Уже второго забирают. Так а чел с реликвией же, блин. А что мы сделаем? Убить его надо, реликвию забрать. Ну ладно, 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 пойдем. Если что, по Бырику вернемся. Хотя мы не успеем, блэд. Походу, мне нужно будет просто в расход сейчас прыгать, потому что, блин. В кустах сейчас ублюдков дофига. Вижу, там чувак прям под вертолетом. Вижу, вижу, вижу. Отлично, отлично. Забирайте, 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 забирайте. Давай, мужик, удачи тебе. Братва, я за вас, я буду вас помнить, вы охренеть. Давай, удачи. Черт, мне нужен гриб, и здесь всего одна реликвия была. Хреново дело. Подожди, ты бы хотя бы пистолет скинул. Бля. А, он ты пистолет забрал? Нужен гриб. Срочно нужен гриб. Мужик, нужен гриб. У тебя есть гриб? Срочно. Иначе я подохну сейчас. А ты как сюда зацепился? У тебя же реликвии нет, тебя не поднимут. Я хуй знает, он сам. Чувак без реликвии, блядь, просто прыгнул. Опа. Опа! Мужик, здесь этот ублюдок с реликвией, давай убьем его! Где? Вот он где-то здесь! Вот он. Держи блок! Блок, блок держи! Мочи, мочи его, мочи, я держу блок! Если что, я хватаю реликвию и просто убегаю. Что такое? 18 секунд же еще. Бля, я умер. Еще было 18 секунд. Ну что за фигня произошла сейчас? Я привет, сука, нахуй. Ебаный, сука, бля. Shut the fuck up. Оставалось 18 секунд еще, но блин. Просто убивать мутанта и не заметишь, что за спиной уже спасаются. Ребят, вы че? Блять, за спиной спасались, значит! Значит, еще два каких-то чувака. Thank you, my fat friend. For help me. А, черт. Это было изи. А теперь отдайте мне лик. О, боже мой. Мы пока убивали этого ублюдка. It's me! О, нифига, мы все втроем здесь, пацаны, мы самые крутые! Woo! Yeah! Woo-woo-woo-woo! Woo! Yeah, bitch! Russia number one, guys! Охренеть, мы втроем лучшей командой стали! Обалдеть! Привет нахуй, говорит! Russian is good, yeah boy. Yeah boy. Это было круто. SOS.